В выходные дни на набережной спортивной гавани работал мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Вакцинировали людей прямо в машине скорой помощи, делали прививки медики из поликлиники номер 9, а помогали им студенты медицинского университета. Сегодня вот с ребенком гуляю на набережной, погода хорошая, и увидела, что делается прививка. Спросила, какая. Мне сказали, пивак «Корона», это пептидная. Я ее, в общем-то, давно ждала. Я сама, конечно, хочу. Сейчас что же, еще немного выздоровлю, просто простуда обычная. Вот сейчас муж пришел делать прививку. Вот, ну, мы просто мимо шли. Я ему говорю, может быть, пойдешь, сделаешь, ты здоров, все хорошо. Да, вот зашли, пошел заполнять анкету. Пройти второй этап вакцинации привитые смогут через месяц в поликлинике номер 9 или в поликлинике, к которой человек прикреплен. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.